неотложной помощи при гипертоническом кризе. Вызовите бригаду скорой помощи. Успокойте человека. Возбуждение только способствует подъему артериального давления. Уложите его в постели или придайте полусидячее положение. Проследите, чтобы больной дышал ровно и глубоко. Приложите к голове холодную грелку или компресс. Предоставьте доступ кислорода, открыв окно, расстегнув одежду. Дайте гипотензивное средство, которое пациент до этого принимал. Что вы принимали обычно, когда у вас высокое давление? Хорошо. Положите под язык таблетку каптоприла. Это таблетка каптоприла, которая помогает снижению артериального давления. Если через полчаса улучшение не отмечается и скорая еще не подъехала, то можно принять еще раз препарат из списка. Не более двух раз. Накапайте настойку пустырника или валерьяны, или корвалола. Для борьбы с чувством холода и озноба обложите больного теплыми грелками. При появлении болей за грудиной надо принять нитроглицерин. Что вас еще беспокоит? После оказания доврачебного медицинского обследования и помощи нужно, чтобы действовал медицинский персонал. Если артериальное давление не снижается, а состояние пациента ухудшается, развиваются боли за грудиной и иные подозрительные симптомы, а вы еще не вызвали бригаду врачей, то срочно вызовите скорую помощь.